как это говорится? Не надо этого делать. Собака гавкает, караван идет. Да, караван идет, как говорили. Я думаю, что лучше так. Молчите на все вот эти... Это будет самое лучшее... Наш им ответ. Ребята, не поддавайтесь. Наши солдаты спокойно шли и делали свое дело и дошли до Берлина, поэтому не. Хоть они там что-то там и пытались гавкать, это ничего не помогало им, потому что они что-то пытались, и все равно Т-34, русский солдат, Красная армия дошла до Берлина, победила фашизм. Поэтому если они гавкают, то это их не проблема. Караван идет дальше. Друзья, не реагируйте на это, иначе нас Я хотела бы сообщить, что сейчас пришло решение суда Берлин, Ланд-Берлин, то есть это высшая инстанция, которая вчера отказала, это вторая инстанция. Выше этого суда есть только Oberverwaltungsgericht Deutschland. И этот суд берлинский также отказал нам. Они нам запрещают иметь символику и атрибутику победы над фашизмом 45-го года. Мы теперь подали дальше жалобу в Oberverwaltungsgericht Deutschland. Посмотрим, какое будет дальше решение. Давайте-то отвинуться.